Всем привет, народ! Сегодня вас рад приветствовать снова на нашем канале «Мы из Эстонии». Сегодня мы продолжим эксперименты с новой автономкой FDIC на 5 кВт. Напомню, что у этой автономки железный корпус и супер-пупер панель управления. Сегодня мы с вами проверим, сколько скушает автономка топлива на самой минимальной мощности. А в роли бака у нас будет литровая такая вот бутыль. Налил я в нее ровно литр топлива. Отсюда по трубке идет топливо. Фильтр. С фильтра идет уже на топливный насос. И с топливного насоса идет уже на автономочку. Вот сюда. Еще для интереса я поставил вот такой вот измеритель мощности. Вот от RC модели, да, здесь будет показывать, какой расход у автономки по напряжению и силе тока. Ну что, народ, давайте приступим к тесту и посмотрим, сколько же у нас потребляет топливо вот этот вот отопитель с громким именем FDIC на 5 кВт на своей самой маленькой мощности. Все, я подключаю плюсовую клемму, ну и коротким нажатием я включаю отопитель. Значит, я ставлю сразу же самую маленькую мощность. Level 1, да, как она говорит. Ну и давайте заодно сейчас посмотрим, сколько будет потреблять отопитель во время запуска. Если вам не будет видно, то я буду говорить вслух. 10 ампер я только что видел, сейчас 8-9 ампер. А в ваттах это вот 104 ватта в данный момент. 123, короче, до 120 ватт. Вот сейчас 10-9 ампер, если кому в амперах. То есть где-то 120 ватт потребляет отопитель, когда он включается. Но здесь еще так вот замерз экран, так что я тут половину не вижу, если честно. До сих пор греется свеча. 8 ампер с копейками в данный момент, но около 100 ватт. Вот начал работать насос. Сейчас у нас 14.39. Ну, давайте будем считать, что 14.40, да, для ровного числа. И через час, когда будет 15.40, мы закончим свой тест. В данный момент вот столько топлива, вот видите, вот она болтыхается. Ну и через час мы посмотрим, сколько останется топлива, и измерим его при помощи мерного стаканчика, сколько осталось. Сейчас автономка выйдет в свой рабочий режим, и после того, как она уже заработает нормально, запустится, она начнет сбрасывать обороты и уже будет работать на своей самой минимальной мощности. Вот, наверное, это уже и происходит. Вот, видите, уровень номер один. Вот, level one. Вот, все. И после того, как у нас запустилась автономочка, вот, у нас она потребляет очень-очень мало. Смотрите, потребляет 0,99 ампер. То есть, грубо говоря, она потребляет на своем самой минимальной мощности 1 ампер. И это примерно составляет, если в ваттах, то 11 ватт. Все, увидимся через час. 15.39. Коротким нажатием выключаем автономку. Вот она начинает завершать работу. И она, смотрите, начала брать снова много. То есть начала работать свеча, и снова 100 ватт, 101 ватт, вот только что было, или 8,5 ампер потребляла автономочка. Сейчас насос не работает, значит, топливо уже автономка не потребляет, а все, что осталось в камере сгорания, она сейчас дожигает свечой накала. Вот все, свеча у нас выключилась. Мы видим, что сейчас 0,35 ампер потребляет автономка в своей продувке, или 4,2 ватта. Ну что, даже визуально видно, что топливо у нас убавилось. А насколько убавилось, давайте сейчас посмотрим, проверим. Также буду отмерять, как и мерил в самом начале, по 200 миллилитров.
Так, один стаканчик, второй стаканчик, третий стаканчик. Ну вот сейчас будет ясно. Выливаю все. Все, что было в бутылке. Получается так, что я 3 стаканчика по 200 мл уже вылил. И в этом стаканчике у меня осталось 100 мл. Итого получается 700 мл у меня осталось топлива. А я заливал ровно литр. А получается, что наша автономочка фирмы, от фирмы FDIC на 5 кВт за час на своей самой минимальной мощности скушала целых 300 мл. Много это или мало, судить вам. Следующий эксперимент будет точно такой же, только мы его проведем на самой максимальной мощности. То есть я также налью литр топлива и погоняем ее часок и посмотрим, сколько она скушает топлива за час на самой большой своей мощности. А на этом я буду заканчивать данное видео. Если вам это видео понравилось и было полезным, ставим пальчики вверх. Если вы еще не подписаны, подписываемся на канал. А у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока-пока.